подписчикам. Хочу познакомить вас с Аней Кушниров, действующая вице-чемпионка Европы. Второе место. Кубок Украины. Чемпионат Украины называется. Чемпионат Украины. Да. Какие достижения за последние два года у тебя? За последние два года, ну, у меня произошло как бы смена федерации. Это, наверное, самое основное, что произошло буквально как год назад, да. У меня был первый сезон в новой федерации. Я с IBB перешла в UBPF. Ну, на это было ряд причин, то есть, я думаю, сейчас мы об этом говорить не будем. Вот, я себя попробовала здесь немножко в новой категории, не в фитнес-бикини, да, либо же модель физик, как называется эта категория в UBPF, а в категории спортмодель. Эта категория мне больше зашла, скажем так. Здесь тоже критерии оценивания девушек более мышечные. Мышечные девушки должны быть проработаны. Должна быть сепарация, хорошая прорисовка мышц. Плюс, конечно же, остаются тоже песочные часы. Больше, для меня больше возможностей для трансформации тела. Ты помнишь, как возникла идея заниматься бодибилдингом? У меня было несколько тренеров, которыми я занималась просто для себя, да. И они, в общем, предлагали мне, то есть, попробовать себя в этой сфере, то есть бодибилдинга, ну, грубо говоря, заняться подготовкой к выступлениям. Я почему-то не восприняла это даже всерьез, и мне было это как-то неинтересно, не знаю. Вот, пока я не попала уже, скажем, в руки, можно так сказать, Артема Цыганова, да, которому захотелось, в общем, что-то поменять во мне. Вот, он увидел во мне какой-то потенциал, то есть, за что ему даже спасибо большое. Вот, он меня немножко открыл как спортсменку, в принципе, я даже не знала об этом. Скажем, когда это были первые подготовки, то есть мы вместе уже, грубо, четвертый год, да, и третий год на сцене. Вот, первые подготовки, да, он, конечно же, следил. Могу сказать сразу, что каждая подготовка очень отличается, и в питании в том числе, и в количестве раз приема пищи. То есть все очень индивидуально, все нужно смотреть, все это он отслеживает, естественно. Вот, сейчас он уже полностью мне, можно сказать, доверяет. У тебя есть любимое упражнение или тренажер какой-то любимый? Ну, я очень люблю пик-дек, наверное. Самое любимое место, вот, и упражнения на нем делать, то есть прорабатываем. На что у тебя больше времени уходит? Уход за прической, за визажом, или же больше времени уходит на тренировки? Ну, наверное, все-таки больше на тренировки. На тренировки я не крашусь, да, возможно, какая-то помада, ну, просто я люблю яркий цвет помады, либо же блеск. Вот. Конечно же, это силовая, кардио. Перед ним разминка. Если есть время, не заминка. Плюс позинг тоже занимает время. Но если хореография в плане позинга, я хочу сказать, что позинг мне дается непросто. Вот. Несмотря на то, что на сцене это все выглядит очень легко, непринужденно, занимая там какие-то считанные секунды, да, ну, в рамках минуты. На самом деле за каждым этим движением стоит многочасовая работа, потому что это вся работа в статике, на каблуках, нужно очень сильно натягиваться, забиваются мышцы просто чрезвычайно. Ну вот, чтобы вы понимали, это как кардио. Час работы позинга – это как кардио. И еще такой вопрос. Волнение на подиуме у тебя сейчас присутствует, или же ты уже настолько профессионал, что вообще выходит, ничего не думаешь? Ну, я еще далеко не профессионал, скажем. У меня присутствует еще это волнение, и, наверное, тоже в этом есть свой кайф. Ты выходишь, это такой выброс адреналина. Это совершенно другое, то есть ты здесь вот одна, а на сцене ты совсем другая. Поэтому, ну, это кайф тоже. Иначе бы не выходила бы снова и снова. А как часто ты слышишь вообще в жизни комплименты в плане твоей фигуры, твоей внешности?
Ну, скажем так, слышу достаточно часто. Ты ощущаешь это все? Ну, конечно, естественно. Ну и теперь такой провокационный вопрос, да? Да. Как ты относишься к фармакологии? Ну, и твое, твой взгляд? Скажем так, в профессиональном спорте это присутствует. Это, ну, не секрет, наверное. Америку точно не открою. Раньше у меня было очень негативное отношение к этому, да, и, может быть, я даже осуждала тех, кто использует фармакологию. Чем больше я погружалась в этот вид спорта, узнавала тоже возможности организма, ну и так далее, мое мнение и отношение к этому изменилось. Поэтому если человек считает нужным, да, для своего здоровья, для достижения каких-либо успехов и результативности, то есть результатов в данном виде спорта, применять это его выбор. Какие у тебя были случаи такие с грибочком? Или, может быть, что-то еще более веселое? Но была смешная ситуация в Чернигове, да, это было еще IBB, по-моему. UBP, разве? Да, когда подошел парень после соревнований и что-то, в общем, как-то так заикаясь, начал предлагать мне деньги. Я немножечко опешила, ну, то есть после соревнований какой-то парень заикается, предлагает деньги, в общем, какая-то ситуация такая не очень, мне показалась, в общем, красивой. В общем, я очень долго возмущалась, я нашла Тёму, говорю, что это такое, почему так ко мне подходит. В общем, все оказалось намного банальней, да? Расскажи, как получилось. Да, приглашали на съемки, получается, на телевидение, короче, пригласили. Просто это был оператор, и он пошел, а парень просто сам заика немножечко. Он не знал просто, как подойти, что говорить. И он просто подошел, говорит, мы вам заплатим деньги из серии. И заплатим деньги, и все. И стоит, и молчит. За что деньги? А потом подошел уже человек, который работает непосредственно с микрофонами, и просто объяснил ситуацию, что хотим вам предложить гонорар за то, чтобы вы завтра снялись, ну, в утреннем выпуске туда-сюда. Ну, такие были интересные моменты. Да, ну, интересно. Да. Рассказывали. Да, ну мы просто уезжали, поэтому не смогли принять участие. Скажи, чем ты занимаешься в свободное время? Твой досуг, твои увлечения, кроме этого увлечения, которое плавно перетекает, наверное, в твою жизнь. Свободное время, но учитывая то, что это мое хобби, наверное, это большая часть моего свободного времени. А помимо этого, как бы, как любая мамочка, у меня двое девочек, конечно, я стараюсь уделить внимание им. И плюс еще есть кот, он тоже требует внимания. Хочу тебе пожелать успехов и в твоем прекрасном, так сказать, увлечении, которое все же, как я вижу, ты очень сильно полюбила это увлечение, оно становится... Да, если это попробуешь раз, то уже, да, это затягивает сразу. Большое тебе спасибо. Да. Ну, спасибо, да, тебе. Можешь пожелать юным девушкам, которые хотели бы себя тоже попробовать в спорте? Я бы хотела пожелать и вообще посоветовать, наверное, если вы хотите что-то поменять в себе, не ждите какого-то пинка, не знаю, что завтра звезды станут. Идите и делайте. Делайте что-то конкретно для себя. Приходите в зал, находите тренера. Не можете себе позволить тренера. Сейчас куча информации, соцсети, что угодно. Читайте книжки, познавайте. Обязательно приходите, вы найдете себе друзей здесь. Вы подчеркнете кучу информации. Начните строить свое тело, начните хотя бы с групповых, потихонечку вливайтесь, и вы будете новыми, красивыми и супер телами. Круглый год. Это очень важно, кстати, не только к лету. Но двигаться. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Само собой. И не забудьте про колокольчик. Пока. Пока. From the outside looking in, it's a cold, cold world, but it took me in.
It followed me in ways, had to look around, but I got caught off guard and it took me down. Yo, life, are you there? Are you listening? Trying to be the best, but the best always different. Every time I live right, why I'm always slipping in the deepest, darkest hole, making me not live again. So I'm here trying, time flying, thinking that I'm doing alright, but I'm biased. Lying to myself, just trying to do better. But I fly across the world and seeing the same weather. Take it as a song, you can take it as a letter. Why I'm always hungry when I'm fed up. Wake up in the morning, never feel like I should get up. But it won't change if the problems won't let up. I gotta keep my head up, I gotta hold the light to the dark. It's like a fight with a shark, a hard bite to the heart. But I'ma be all good, they will see the vision. Just talking to life like, please listen. Yeah. Hello from the outside. Open up the door, it's about time. Hello from the inside. Waiting with the rest in line, I keep saying. Hello from the outside. Open up the door, it's about time. Hello from the inside. Waiting with the rest in line, I keep saying. Hello from the outside, looking in. It's a cold, cold world, but it took me in. It fathered me in ways, had to look around, but I got caught off guard and it took me down. Hello from the outside looking in. It's a cold, cold world, but it took me in. It fathered me in ways, had to look around, but I got caught off guard and it took me down. Yo, life, are you there? Are you listening? Trying to be the best, but the best always different. Every time I live right, why I'm always slipping in the deepest, darkest hole, making me not live again. So I'm here trying, time flying, thinking that I'm doing alright, but I'm biased. Lying to myself, just trying to do better. But I fly across the world and seeing the same weather. Take it as a song, you can take it as a letter. Why I'm always hungry when I'm fed up. Wake up in the morning, never feel like I should get up. But it won't change if the problems won't let up. I gotta keep my head up, I gotta hold the light to the dark. It's like a fight with a shark, a hard bite to the heart. But I'ma be all good, they will see the vision. Just talking to life like, please listen. Yeah. Hello from the outside. Open up the door, it's about time. Hello from the inside. Waiting with the rest in line, I keep saying. Hello from the outside. Open up the door, it's about time. Hello from the inside. Waiting with the rest in line, I keep saying. Hello from the outside looking in. It's a cold, cold world, but it took me in. It fathered me in ways, had to look around, but I got caught off guard and it took me down.